закрывай! Стой, стой, стой! Держи туда, туда держи! Так, не подходи, Жень! Два человека давай, пусть оттягиваются по дороге! Раненый есть! Что там, все живы? А? Раненый один? Это Леша, смотрите, будем вытаскивать. По-любому есть вторая. Или дальше? Или туда вторая? По полю будем сейчас ехать. Надо бетер вытащить в поле нам. Дядя Лёш, просмотрите вот туда все остальные, кто нормально, по колеи сюда подходим, назад отходим. Сюда, сюда, по колеи. По колеи отходим назад. Я же говорил, по нулю фугасы очень много. Мы только на двух подорвали. На нуле очень много стоят фугасы. Походу заняться нечем, он решил покататься. Деревом. А? Деревом, блядь. Когда уходили, я с деревом прижал. Так. 200-й сильно ранен? Не-не-не, там что-то. Ой, они там по лесу что-то лицо, блядь. Там, походу, разбило этим. Мина, назад! Блять, уйдите отсюда, пулеметчик! Давай, по колее, ухта! Сюда иди, сюда, сюда! Да, да, да! Под ноги смотрим! А быстрее пробежись, пиздец! Мы как говорили с тобой, нехуй по нулю ездить, ебать. Это, сука, не... Мы подорвались 4 дня назад на БТРе своем. А вчера подорвались ваши же пограничники на нуле у нас. Я говорил, на нуле фугасов очень много, ебать. Да, я б не думал на вашем месте, я за телефон. Давайте идите туда. Отходите к БТР, мы сейчас БТР... Сейчас дядя Леша все осмотрит, сейчас БТР вытащим. Сильно порвало лицо. Нормально? Сильно? Давай, давай, иди в БТР, садись мой. Старый, давай, блядь, на БТР, вовнутрь, в броню. Все нормально, это все, блядь, мелочи жизни.
Есть одна мина там? Надо, блядь, сейчас БТР этот вытаскивать через поле. Едем по полю. Да. Посредине поля. Через поле. Да забрали там, все нормально, не ссы. Туда забрали. Да. Да, вот по зеленочке идите. Да контузило. Пройдет. Так, водитель, ты куда пошел? Блядь, метр сейчас вытаскивать будем. Мне, блядь, сказали идти, я хуй зашел. Все, ты паникуй, старина. Ты все, стой с нами, сейчас вытащим метр. Все хорошо. Да. Да ты уебался, наверное, там. Пацаны, смотрите, по секторам, блядь. А мы... Да похуй, ставь пулемет, давай, иди ставь сюда. Ставь пулемет, иди сюда, собирай патроны. Хорошо. Не, на броне все были. Так от фугаса всегда на броне. Фугасная война только на броне. Стрелочная война только в броне. Да, если кто-то сидел, пизда. Да, Леха уже вырыл. Не одна. Это не одна. Леша, сколько там еще? Две. Вот одна, и там у него вторая. Темочка, блин. Хорошо, что у нас не было Леха. Блядь, даже и не труханит. Второй раз уже плохо. Сука, пограничникам захотелось, блядь. Сука, каска надо вот такая, она была. Посмотреть. Я, блядь, спрыгнул с метра, и каска слетела. Надо вот такую вот, как лямка, понял, так, чтобы входила.